Всем привет, мы возвращаемся в Dead by Daylight. Я еще одну DLC какую-то купил, что-то там про художницу, какой-то, походу, последний как раз сезон, или что-то типа того, не знаю, без понятия. Вот, и мы сейчас пойдем, как я говорил, сыграем за выжившего, потом за убийцу, и там посмотрим, сколько по времени будет, может быть, по два раза, по три. И так пройдет у нас серии 4-5, потом я буду играть с кем-то уже, скорее всего. Точно не знаю, возможно, меньше будет серий таких в одиночном режиме. Просто типа посмотреть, как я играю. Вот. Вот. Поэтому погнали, давайте быть выжившим. Короче, это, так сказать, первые эмоции. Вот. Быть выжившим. Я не буду долго тут лукавить, наверное, возьмем первого. Разблокируем второй уровень, чё? Разрыв открыт. Это РПГ? Выжившее испытание. Глушите убийцу 4 раза. Или что такое? Почините генераторы в общей сложности 4 штуки. Да, вот это. Ну, это хорошее, по-моему, испытание. 4 штуки легко сделать. А это я не могу сделать, да? А, могу. Это выбрать надо, да? Окей, да вот это возьмем и все, что я здесь буду. Вот это возьму, окей будет. Ну все, пошли, я не знаю, что это такое было. Пока без понятия. Так, персонаж мы возьмем первого пока что. Дуат Прейд. Нервный лидер. Уже хорошо. Который может определять местоположение своих союзников, повышать эффективность их действий. Его личные навыки, связь, прояви себя и лидер. Позволяет ему увеличивать скорость действий других выживших, когда те находятся рядом. А-а-а. Нифига у тебя, конечно. Ну-ка, а что я могу? Там у меня что-нибудь есть? Что это делает? У вас появляется способность чтения ауры. Вы видите ауры союзников в радиусе 20 метров. Что это? Каждый другой выживший, работающий с генератором в радиусе 4 метров, повышает скорость починки на 15%. Ага. Такой же бонус дает вам всем прочим выжившим в радиусе действия. За совместные действия получается на 50% больше очков крови. Ага. Окей, а чё? Вы умеете добиться, кто-то, конечно, пишет, от своей команды эффективной совместной работы. В радиусе 8 метров от вас на 15% повышает скорость следующих действий. Лечение, поломка, снятие с крюков, очищение, открытие ворот и сундуков. Одновременно может действовать только один эффект лидерства. Эффект сохраняется на выживших вне радиуса воздействия лидера в течение 15 секунд. Понятно. Окей. Навыки, предметы. У меня ничего нету, да? Ну, типа, я изучаю пока игру. Где тут с этим, с генератором? Мне кажется, его стоит брать. Очищение, открытие ворот. Не-не, вот это давай. Не, где оно? Вот это. Вот это, мне кажется, хороший скилл. Это, похоже, какая-то история, да? Прошлой ночью я, кажется, выбрался из тумана. Оказался в тихом месте, где не видно было следа сущности. Я остановился, и меня тут же стало переполнять чувство странного спокойствия. Я прилег возле костра и прикрыл глаза. Впервые за долгое время. После глубокого вдоха я погрузился, как мне казалось, во мрачный сон без сновидений. Потом я увидел ее. Паутину крови, пространство между реальностью и абстракцией. Но тут не бывает снов. Только одни мучения. Даже мой собственный разум не принадлежит мне одному. Он подчинен воле сущности. Из дневника Бенедикта Байкера. Какого-то Байкера, не знаю. Так, окей, что у нас по одежде? А где одежда-то, ё-моё? Что я не так делаю сейчас? А, это... Обыкновенная тряпка, подозрительно чистая. А, это типа инструменты, которые ты покупаешь на очки. Но мне их до хрена. Я не знаю, каким пользоваться, к сожалению, вообще. Чувствуете опасность и получаете звуковое предупреждение, когда смотрите в стороны тотемов. Во, вот это хочу. Пускай так будет, наверное. Аптека, ладно уж.
Теперь сюда. Что у нас? О, у нас какой-то особый вид есть. Кепка. Бородач. Серьезно? И это какое-то экипировано, что-то необычное, какая-то редкость? Да. Так, чё? Ну я типа напокупал всякого говна, короче. Есть болов. Необычное тело. Редкое тело. Да, это как раз, чтобы тебя видели откуда угодно. Ну ладно, что ж теперь будет нас видно. Я хочу быть красивым. Фигня какая-то. Что это, блядь? Серьезно, это самое редкое? Ну так вот, наверное, блин, красный, конечно, это вообще жесть. О, у меня еще и амулет какой-то есть. Нифига себе. Давай, амбрелла будет. Елочка, конечно, Новый год же. Украшаем. Набор одежды у меня нету. Ну, окей. Получается, мы этого чувака нарядили. Здесь еще что-то можно прокачать. Прокачаем, что ли? Ну, давай прокачаем. Я не знаю, как это работает вообще. Я все чаще возвращаюсь к Кровавой Паутине, так ее не назвав. Это я второй уровень стал? Интересно. В Кровавой Паутине так ее назвал это место. Кажется, я все больше начинаю ее контролировать. Мне даже получается сконцентрироваться и путешествовать на более глубокие ее уровни. Совет всем, кто решит пойти по моим стопам. Двигаться осторожно. Кровавая Паутина непредсказуема и постоянно меняется. Короче, это, походу, какие-то скиллы ты прокачиваешь и повышаешь свой уровень. Но я пока, короче, со вторым уровнем сыграю. Пока не буду новую что-то открывать. А, вот, кстати, что-то новое открылось. Это прикольно, кстати, я, возможно, буду этим пользоваться. Но давайте погнали, сыграем, что ли, что я уже 7 минут сижу, болтаю, собственно. Сегодня 4 число, да, получается? Прикольно. Внезапно так. Блин, мне нужно будет еще одну серию сегодня записывать. А у меня в горле уже ком такой. Типа что-то устал говорить как будто. Странно. Вот так долго-то ищется матч, обалдеть просто. Несправедливо. Это я еще не играл в Пирса в Буль там. А как разговаривать сейчас? Ну я готов. Надо было настройки посмотреть. Привязка клавиш. Ну-ка, где тут разговаривать? Т, наверное, какой-нибудь. Нет? Микрофон же должен быть. Это же сетевая игра. Алло. Я же нажал? А, ну да. Что за дела? Алло. Назад пригнуться. А, тут еще есть. Или это смена какая-то? Что это такое? Короче, надо будет глянуть. Где у нас микрофон? Я что-то не подумал об этом вообще. Я думал, типа, по обычаю, как это там, альт, там, т. Что это? Это типа то, что дадут, если мы выиграем? Прикольно. Я это не в курсе был. Ведьма может переноситься к активированной ловушке. Серьезно? А что так жестко? Если это в радиусе действия способности, выжившие могут избежать активности ловушек, если пригнутся или посветят на них фонариком. Эх, я уже забыл, как это играть. Хотя вчера играл-то. Серьезно, как я мог забыть-то вообще? У меня мысли не о том, наверное, просто поэтому. Это не важно, не важно. Короче, пытаемся сейчас сконцентрироваться и проходить, и выигрывать, и побеждать. Может быть, первая игра будет вообще победная. С ботами не повезло, так с этими повезет. Эх. Обидно, если проиграю. Я ж по-любому проиграю. Эх, что-то я сел как-то неудачно, колено аж затекло. Вот теперь хорошо. Раскинулся, как царь.
Какие долгие загрузки? Что за фигня-то? Это он еще на SSD стоит. Как Crysis прям вспомнился. Обалдеть. О, какой красавчик. Скриншот сразу. Не бегай. Кто-то уже вздыхает. А почему не чинить бы? Контроль нас. Блять. О, это что за хуйня такая? Где-то здесь. Не бегай тут. Тихо, тихо, тихо. Я накосячил, я и должен справиться. Что за психбольница вообще? В этот раз постараюсь быть внимательней. Тихо, тихо. Что это за звук бывает, как будто нас пугают? Ошибись. Что это было? Кто-то бежал за мной. Ну, пока идет неплохо все, как мне кажется. Мы починили один генератор, правда, другие не знаю где. Но, видимо, они знают. Они прям стремительно побежали туда, куда надо. Ой-ой-ой, я понял. Валим. Пока в стиле полицейского. Потом нахер. Ух. Я ушел от дикого призрака. Или что это вообще такое? Пацаны валим. Уйди от меня. И больно, тварь. Отстань, куда бы убежать-то. Где всякие ловушки-то тут? Пошел в пизду. Лох. Нет! Он меня догнал! Уйди от меня! Что это такое вообще? Восстановить силы можно как-нибудь? Я ему мешаю! Блин, меня конец! Как-то там АД, что-то АД. Нет крюков поблизости, отстань! Сущности нет! Я умею быстро нажимать кнопочки. О, я почти выбрался. Лох. Он просто лох.
Он что, меня не видел? Ты что, дебил? Серьезно? Как он меня не видел? Что это за культяпка бегает вообще? Что это за херота? Вот это что такое значок? Его... А куда он показывает вообще? Кто-то стонет. Он где-то здесь. Мы генератор найти не можем, бля. Понимаете? А, не, нашел. Зашибись. Он где-то на крюке висит у нас, чувак. Вон там он. Надо помочь ему. Только как это делать? Один генератор остался. Я его спасу. Я обязан это сделать. Я же лидер. У меня герой лидер. У меня герой лидер. Кровавый след такой остается. Валим. Ну и стой. Блин, опять этой фигней занимаемся. Он где-то здесь. Где лад генератор-то? Это отличный генератор. Это зашибись работает генерал. Вот этот? Давай. А мне нельзя куда-нибудь пристроиться тоже? Блин, ладно, я тогда уже ускорять буду просто. Или он надо нажать как-то скилл, чтобы использовать. Он где-то здесь бегает. Что там? Надо микрофон где-то найти, потому что без микрофона... Вы что творите там, блин? Меня напугали. Он там бежит. Он там бежит. Он там бежит. Эта сука бежит. Куда бежать-то? Ты знаешь выход где? Вот это выход. Бля. Бля. Где они открыли эту хероту? Надо точный. Ладно, окей. Понял тебя. Принял. Где, сука, выход?
Ага. Где этот ёбаный выход на туре? Я не знаю, где выход здесь. Пиздец, взяли, съебались. О! Нашел. Охереть, мне повезло. Я выиграл в первой катке. Отлично. Ну, я там помогал, я, в принципе, молодец вообще. Разве нет? Доступна прокачка. Что это такое? Ну почему? Давай еще. О, отлично, второй уровень. Уровень игрока PC какого-то. Ну я неплохо сыграл, мне кажется. Конечно, там убегать с него вообще не умел никак. Ну типа это тяжело как-то. Тут вон вообще какой-то дикий чувак. А чё лучше-то? Ну, типа, я прошел много. Ладно, неплохо получилось. Давайте теперь за убийцу. Мы играем сегодня от 50 до часа минут, получается, да? Так, улучшить? Нет, мы сегодня сейчас пойдем играть другого чувака. Тут второй уровень. Это что, бронза? Ну, давай теперь стать убийцей, попробуем. И первого убийцу возьмем на счет. Вон, пожалуйста, видите, что там, ну, покупал я хз вообще, что это там, ну, типа, много всего есть интересного, посмотрим. Пошли пока вот за это, за охотника. Я, конечно, понимаю то, что... Что это делает? Одно ваше присутствие вселяет страх у выжившего, находящегося в пределах вашего радиуса террора. На 10% чаще срабатывает проверка реакции при починке или лечении. Зона успеха... Ага... Понял. С такой великой силой вам не страшна никакая преграда. Теперь вы ломаете опрокинутые доски, разрушаете стены и генераторы на 10. Так много? Вы возбуждены от желания поскорее повесить вашу добычу. Увеличивается ваша скорость во время перемещения тел. Террора увеличивается. Ага, ну давай вот это, мне кажется, неплохая штука. Вот так вот поставим. Потом надо себя улучшить. То же самое. Ну давай его тоже прокачаем на второй уровень. Я не думаю, что это вообще много очков занимает. Что-то как-то вообще по херне. Серьезно, вообще ничего не стоит. Это прям вообще копейки. Так, и что у меня тут есть из внешнего вида вообще? Что-то он странно как-то активизировался. У меня маска крутая есть, чакальс какой-то. Что это? Как приближать? Ой, ну и ладно. Железный человек почти. Мне она нравится, по идее. Но у нас есть получше. Не знаю, мне кажется, есть получше. Вот так получше выглядит. А это что такое? Это вообще какой-то дедшот. Ладно. Что у нас по телу? У нас тело одно. Как у обычного человека, как бы. Мачете. И тесак гигантский. Ну, давай тесак гигантский тогда, амулеты. Ну, конечно, допихаем. Елочку обязательно ставим. Мы как бы это... Не из рака сделаны. Чего? А, ну сюда ставится? Ну, готово. Все, окей. Вот такой я красивый. Блин, ну ты, конечно, одежду нашел. Мог бы что-нибудь приличное найти. Магазин там заглянул бы, не знаю. У тебя все равно тесак есть, платить не надо. Пацаны, я... А, я забыл посмотреть этот. Настройки управления-то, точно. Привязка клавиш. А здесь они вообще бесполезны. В принципе, вдруг микрофон будет. В
повернуть, указать на что-либо. Ну это бред полный, указать на что-либо. 1-2. Микрофона, походу, здесь нет. Серьезно? Вы что, издеваетесь? Это же онлайн. Ой, ну и ладно. Я потом с этим разберусь. Ну здесь я тоже, короче, это... Разряд убийцы вообще никакущий, наверное. Ну там, возможно, сейчас никакущие игроки. В принципе, мы же на бронзе находимся. Или что это вообще такое? Ну на бронзе, наверное. Будем оценивать, как в Апексе. Это, наверное, бронза. Поэтому... Какие-то цветочки. Что это значит? К чему это вообще? Это карта, может быть? Хотя там две было. Не должно быть картой. Я все равно не знаю, где что находится. То есть аптеку нужно брать именно, чтобы лечить других людей. А-а-а. Ну и чувака спас, он такой, блин, красавчик, меня отремонтировал. Поэтому я и выиграл, так бы я бы не выиграл. Так, нужно ловушки расставить. У генератора, например. Раз. Здрасте, блин. Попалась быстро ты, однако. Попалась, блин, быстро. Че уставился? Что? Задолбал своим фонариком? Это что за херня была сейчас? Блин. А где она? В смысле? Лол, блин. Попалась. Совершенно случайно. Не-не-не-не, не выбирайте, это тут близко. Чувак с фонариком, это, конечно, что-то. Держись. Оп. Его не чинили, да? Но одна готова почти. Кто-то бежал. По-моему, кто-то бежал здесь слева. Судя по звукам. Ага. Иди-ка сюда с фонариком, мужчина. Где он? Ага, ага. Так, фонарик, блин, хренов. Иди-ка сюда. Ты меня раздражаешь больше всего вообще, на самом деле, в курсе? Иди-ка сюда. Задолбал он своим фонариком. По крайней мере, его ударил. Два генератора осталось, это хреново. Это очень хреново. Ну, блин, у меня таких приспособлений нет так-то. Это печально. Лол.
Ой, блин, повезло-то тебе, женщина. Так, тебя ломаю. Здесь нет никого. Это я что-то гремлюка поворачиваюсь. Опа-на. Только промазал, алло. Это как вообще? Что за магия? Сука, как ты выживаешь-то, скотина? Задолбал, обалдеть. Да задолбал своим фонариком, пошел в жопу. И... Я где-то там разных ловлю, это хреново очень. Где эта скотина? Вот она. Только попался? Фонарик хренов. Где он? По-моему, кто-то чинил. Иди сюда. Где он? Он сюда бежал, по-моему. Вот он, да. Иди сюда. Я научился этой херней появляться, да? Вот сволочь. Смотри, что делает. Блин, тварь с фонариком. Блин, успел, смотри-ка, что сделала. Где падла? Убежал все-таки, скотина. Вот скотина-то, а, убежал. И этого сняли. Всех сняли. Где они? Один остался, генератор. Да я его хрен найду так. Да это нечестно так. Что-то меня все не по одному разу поймались и все. Зона какая-то гигантская вообще. 33 минуты. Этот генератор в порядке вроде. Вот, сука, иди сюда. Сука, задолбал, мудак. Своим фонариком. Как ты меня задрал? Пошел нахер. Я же отвернулся, алло. На, тварь. Иди сюда. Иди сюда, сказал. Мудила. Генератора, что там?
Иди сюда. Это который раз. Опа-на, этот сдох. Зашибись. Ага. Чего? Это так работает? Я думал, на твои не могу нарваться. А, ну окей, ладно. Я-то и не в курсе был вообще. Я тупо не в курсе был, что на свои могу нарваться. Один сдох, отлично. Кто-то орал здесь сейчас. Где он? Я его потерял. Сразу буквально. Вот мудак. Но одного убил уже как бы по этому топке. Окей, ладно. Блин, одного убил хотя бы. И то хорошо. Стой, женщина. Сволочь. Где крюк поблизости? Да блин, не мешай ходить. Ты, по-моему, второй раз, да, уже? Попалась. Да не задолбала ты. Капкан крену. Но ее убили, походу. Иди сюда. Ага, сваливаешь. Вот ты, наверное. Не-не-не-не-не-не-не. Иди сюда. Вот, скотины. Я так отловлю их тут. Этот не смог убежать. Он там ползает где-то. Хрен его знает, как долго он будет ползать, но... Отлично. Готово. Там еще и это должен быть. А, ну все, двоих я убил. Это где-то ползать должен. Ну, двоих убил, неплохо. Мне кажется, это неплохо. И этих очень сильно покромсал так-то. Мне кажется, мне просто противники были слабые. Кому-то мне так кажется. Третий уровень, вообще без проблем. Это же нормально показать, типа, они не все умерли, а типа только двое, половина убил. Половина вроде неплохо. Мы до этого вообще просто все вместе сбежали. У меня вообще почти больше всего очков, 20 тысяч. Двоих убил, кто хуже всех. Причем эти-то люди неплохо играют, судя по всему, а я вообще какой-то левый чувак и так хорошо с ними справлялся. Слушай, действительно неплохо получилось. Ладно, ладно, окей. Что, еще разок там, получается, мы успеем сыграть сейчас? Давайте сыграем, получается, за кого мы сыграем-то? Давайте за этого сыграем. Следующего чувачка. Выживший.
кто там следующий-то у нас? Какая-то Мэг Томас. Не знаю, у нас первый уровень на ней стоит. Мы попробуем. Что у нее в снаряжении, во-первых? Она умеет изображать Тарзана. Вы шумите, как... Так, не так сильно, как другие, когда быстро перепрыгивает через препятствия или прячется в шкафчиках. Ага. Прикольно. Так, это что такое? Спринтуйте со скоростью 150% от обычного бега в течение 3 секунд. Это какой-то, какая-то кнопка. Усталость на 60 секунд. Окей. Когда вы на грани побега, вас подпитывает внезапный прилив энергии. Мгновенно исцеляет одно состояние здоровья. Из смертельно раненого в раненого или из раненого в здорового. До 150% увеличивает. Не понял. А, прикольная штука. Ну, я вот это возьму, пожалуй, пока что. Что оно? А, типа, нельзя пока. Так, здесь у нас ла-ла-ла, тропаля. Так, мы берем, короче, все здесь. До второго уровня качаемся, как до этого прям. Это все одно и то же там пишется, насколько я понял. И одежда, что у нас тут есть. Ну-ка. Нифига, прикольная. Но это нет, это не буду. Вот это прикольно, мне нравится. А что по торсу? Неплохо. Штанишки. Слушай, а неплохо так выгляжу-то. Ладно, я беру ее. Беру. В том смысле, я беру этот костюм. Так, вот это. Ну и амбрелла, почему бы и нет. Я не знаю, почему амбрелла у меня есть, кстати. Возможно, что-то покупал. А это куда тратить? Что за херня? Так, ладно, мы тут все посмотрели. В принципе, начинаем, а то мы не успеем закончить потом. Способность сбежать почти от любого убийцы. Зашибись. Мы попытаемся сделать это. Не знаю, пока мне кажется, удачно все идет. Конечно, много хитростей всяких разных есть. По-любому. Которых я еще не применял. Матч, конечно, еще... Я забыл кнопку посмотреть опять. А почему, нельзя что ли нажать? Ладно, будем нажимать, когда там это будет. Не знаю, мне тут кто... Вот за нее поиграл. Прикольно. Низкая-низкая сложность. А этих я еще не покупал. Вот это еще какая-то странная. Она в магазине продается. Но я типа пока еще не покупал. Завтра кого-то куплю, не знаю кого. Вот. Это еще что я мог рассказать. Так. Готов, во-первых. Я тут все настроил уже. Так, и привязка клавиш. Бежать, пригнуться. R, сбросить предмет. Активировать умение. E. Окей. Теперь я знаю, как это действует. Ну вот это странно, 1-2 то что. Вот это прикольно выглядит. Ну тут же надо играть, походу, через Discord четвером. Вот тогда будет классно. А так не знаю. 43 минуты, я не знаю, успеваем мы сыграть еще эту катку. А, ну должны успевать. Аж 3. Что будет еще значило, вот этот вопрос? А, там какие-то эффекты, видимо, на карту накладываются. На катку. Со звуком ее колыбельной. Не знаю, в прошлый раз я выиграл. Потом я убил на 50%, я не знаю, считать это выигрыш или нет. Ну, типа, двоих убить, причем там они вроде хорошего звания были. То есть они не первый день играют, а я первый. Можно сказать, первый, потому что обучение тут прошел до этого. Окей, возможно, я хорошо сыграл. Можно поздравлять, типа, пишите, поздравляю, хорошо играешь. Это все равно не так, по-любому, я кривой, я там сколько мазал. Там надо, типа, если ты замахиваешься, ты должен обязательно попадать, иначе это же смысл какой. У тебя фонарик есть? Или что это такое?
Я не знаю, что означает значки некоторые. А почему я не вижу ничего? Я уж привык все видеть. Эта музыка прям угнетает. На самом деле. Так, значит, он не здесь, раз кого-то там ловит уже. Блять, да что ж это пиздец такой-то? Я не обратил внимания вообще на это. Здесь убежать вообще нереально, по-моему. Вон еще генератор. Кто это? А, ну оно там. Короче, чиним. Да блять, да что ж такое-то? Я вообще не туда смотрю. Я смотрю на карту куда-то там. Кто-то поет. Она прям рядом. А, его спасли, все уже. Тут звук как работает, правильно или нет? Меня прям раздражает, что я не понимаю, откуда звук идет. Да что ж такое-то опять? Ой, ты зря сделал вообще. Ну раз тут спасли, то что я буду помогать-то? Блин, ей лучше ходить просто. Да. Там кого-то повесили, походу просрали. Уже двоих повесили, а мы ничего не починили. А, одного, один починили, ладно, окей. Так, все, окей, собраться. Звуки ищем. Она где-то здесь. Не веди ее сюда! Дурак! Ладно, она ушла. Всех пиздит, я один бегаю. Да бля! Так долго ничего не было, я вообще не обратил уже, забыл про это все. Вот этот генератор сейчас будет чинить тогда. Она очень много шума издает. Никто не висит же на крюке, да? Значит, все хорошо. Да-да, ебало. Надо сконцентрироваться, я болтаю просто и все. А вот он там сломалось что-то. Воу. Не веди ее сюда! Блять, дурак. Где она? Где она? Не ори. Да что ж такое-то? Блять, она еще сейчас придет.
Я, по-моему, там смелый чувак сейчас был. Нет, зачем? Это пиздец. Оу! Блин, по-моему, там конец ей. По-моему, это что-то жесткое. Блин, что за дерьмо-то? Но она меня еще ни разу не ударила вообще, в принципе. Они вообще что-нибудь чинили? Вообще что-то все эти контейнеры не работают. Блин, сейчас через меня побежит вообще нафиг. Ну ее легко заметить, она слишком большой шум издает. Вот эта колыбельная ее. Это прям жопа. Ее очень легко услышать. Вот он сюда бежит куда-то. Блядь, дурак, уйди. Пиздец. Она его ударила? Серьезно? Где? Тот на крюке висит, а где вообще? Я его никого, чего никого не вижу. Хрен узнает почему. Ее звук непонятно откуда доносится вообще. Один только контейнер починили тут. Блин, где? А, вон. Тихо-тихо-тихо. Да блин, попало все-таки. Уйди нафиг. Но я его спас, вроде как. Тут нереально уже спасти меня. А я могу ее отслеживать? Она где-то здесь. А я не могу ничего, да, показать все-таки, ладно. Ладно. Это как работает теперь? Окей. Держимся. Меня какой-то паучок бьет. Ну это легко так, если сконцентрироваться просто. И не думать о том, что музыка такая играет. Это очень просто. Она его поймала.
Понятно. Но это какой-то дикий чуваком играл у нас. Ладно. Хотя топорами он промахивался знатно. Улетел нафиг в небеса. Принесен жертву. Все, короче, я заканчиваю на сегодня. В принципе, выживание. У меня много было цели. Если бы не так много, ну, не косячил с этими генераторами, то, может быть, и лучше было бы все. А пока не очень. Продолжить нажму просто, типа, пускай. В следующий раз, получается, мы играем за убийцу. Так ведь? Да, потом пойдем играть опять. В следующий раз, получается, мы играем два раза за убийцу, один раз за это. За выжившую. Что-то непонятно, как это получать? Всех ваших выживших. 13 числа каждого месяца. А, нет, не нормально. А, нормально, я, наверное, закончишь к тому времени. Да, это нормально. В общем, вот. Сегодня вот так вот поиграли. Получается, я два раза нормально сыграл, один раз нет. Ну что ж теперь. Всем спасибо за просмотр, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии, заходим в группу, там есть скриншоты, обзоры и саундтреки. Ну и как обычно, всем спасибо и всем пока.